Всем привет! Сегодня поговорим об автомобильных гонках на выносливость. И в гостях у меня пилот чемпионата Russian Enduro Challenge Марат Хайров. Марат, что вам приходится выносить? Какие тяготы, какие лишения? Получаем от этого большое удовольствие в первую очередь. Ну а как ты считаешь, вот наш чемпионат Russian Enduro Challenge, он может каким-то образом конкурировать или дорасти? В первую очередь все-таки необходимо наличие большего количества экипажей, большего количества профессиональных коллективов. На первых двух этапах ты попал на подиум, занял третье место на первом и на втором этапе. Конечно, третье место на МРВ для нас было разочарованием, поскольку за 15 минут до финиша у нас лопнуло колесо. В этом случае третье место мы оказались довольны. Может быть, приметы перед гонкой или во время гонки могут повлиять на результат? Из банального, чем можно поделиться, люблю послушать музыку перед стартом.